Удар Ильина великолепно отражает вратарь Степаниша. Еще удар, но выше ворот. Теперь москвичи прорываются по левому краю. Вновь мастерски действует Степаниша. Польским футболистам не удается завладеть мячом. Идет 20-я минута игры. Игорь Нетто посылает мяч в ворота гостей. Польские футболисты переходят на половину поля москвичей. Мяч у центрального нападающего Кемпне. Передача капитану команды Чеслику. Удар схода. Польские футболисты провели в ворота москвичей ответный гол. Результат первой половины игры 1-1. Вторая половина встречи. Атакуют москвичи. Мяч у Сальникова. На штрафной площадке его сбивают с ног. За это полагается штрафной удар без защиты. Мяч установлен на 11-метровой отметке. Бьет сам пострадавший. Счет встречи становится 2-1 в пользу москвичей. Сальников завязывает новую комбинацию. Мяч у Ильина. Он передает его в центр. Подбегает Сальников. Удар. Третий гол в сетке ворот команды Варшавы.